Традиционно в первый день зимы в Ленинском городском округе проходит парад Дедов Морозов. Именно они зажигают елки и тем самым жителям создают новогоднее настроение. За час до мероприятия друзья и коллеги по волшебству собрались в историко-культурном центре. Здесь проходила подготовка к торжественному шествию. Главные новогодние персонажи наряжались в костюмы, поправляли грим и проходили подробный инструктаж. Стать участником праздничного парада мог любой желающий. Волонтер Иван Грачев считает, что стать волшебником хотя бы на один день по силам каждому. Самое главное, смысл в том, что люди должны оказаться людьми и помогать друг другу. И тем более, все-таки новогодние праздники и в преддверии такого интересного праздника, как Новый год, ну, я считаю нужным выйти, поднять настроение людям и детям, тем более, которые маленькие, которые не знают, что такое Дед Мороз. В этом году на участие в параде зарегистрировалось больше 50 человек, среди которых были не только Деды Морозы со Снегурочками, но и другие персонажи. Зимой и летом стройная, зеленая была. Торжественное шествие стартовало на Советском проезде. Деды Морозы прошли в сопровождении барабанного оркестра. Десятки зимних волшебников. Где еще увидишь сразу такое количество сказочных персонажей? Дети и взрослые были в восторге. Деды Морозы зажигали так, что скучно не было никому. И казалось, что время чудес действительно наступило. И предновогодняя волна чудес захватила всех, кто попал в эпицентр событий. Первый зимний день у самой красивой елочки нашего города. Сказочные, волшебные, самые лучшие Дедушки Морозы и Снегурочки сегодня дарят нам всем праздничное, новогоднее настроение. Кульминацией парада стало торжественное зажжение главной новогодней елки города сотнями разноцветных огней. Раз, два, три! Елочка! Замечательный праздник, очень радостно, что устраиваете такие мероприятия. В такое время отвлекаешься, что-то доброе, светлое, радостное для детей, взрослые радуются. Самое главное, что очень приятно, тепло, ну, атмосфера очень теплая, прям, ну, не знаю, классно. Детей много. Это классно, и это даже вот, это не передать такие эмоции. Всем счастья, чтобы никогда не болели, чтобы все было хорошо, чтобы мечты сбывались. В первый день зимы праздничные мероприятия проходили во всех уголках Ленинского городского округа. Микрорайон Купеленко также посетили несколько Дедов Морозов. Ой, молодцы! Ой, какие вы все умницы! Так красивые мои! Как я по вам соскучился! Булка-елка! Раз, два, три! Светом сказочным гори! Особенно понравился праздник юным жителям муниципалитета. Две подружки, обе Полины, еще не решили, какой подарок попросят у Дедушки Мороза, но стихотворение уже подготовили. Белая береза под моим окном принакрыла снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. Для детей, для молодежи вообще, я думаю, это довольно интересное занятие, потому что они находят здесь какие-то новые общения, веселятся, в целом играют, греются. Здорово! Вообще, очень нам всем нравится то, что бесплатно. Можно на улице собрать кучу детей, увидеть Деда Мороза, и все это делается бесплатно, очень здорово и весело. Несмотря на то, что начало календарной зимы в Подмосковье как по заказу стартовало со снежной погодой и легкого морозца, жители не спешили расходиться по домам, продолжая танцевать и веселиться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.